Ирика, ты что, блин? Стоишь. Девять, раз. И рисуем дальше. Раз, два, три, четыре. То есть просто рисунок. Следи за доворотом кулаков. Раз, два, три, четыре. Назад по прямой вышку. Раз. Наружу. Как блок. Внутрь ладошки вверх. Сделала. Выдох вперед в район лица, шатей, раз. Насадочка, круговое движение, вдох вниз, пальцы сжала, колко вверх и вперед, в сторону, локоток повыше, у тебя снизу он должен в сторону идти. Средний уровень, вперед, вот так, да, сделала. Правой рукой сделай, сейчас левой рукой. Левой снизу, левой снизу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То же самое повторяем с левой рукой. Ладошка, раз. От груди наружу. Внутрь. Шатей. Вышку, раз. Полукруг. Выдох. Раз. Вперед, в сторону, еще раз правая снизу, раз, два, три, четыре. И то же самое, но двумя. Вышки, раз, не разжимаешь, а раз, от груди в сторону, раз, два, вперед пошли. Вышки, раз, полукругом, вперед, вверх. Вниз, локоток тут важное значение имеет в сторону шатей. Сколько? Два. Сделали, да? Кружки назад, раз. Пальчики три на себя потянула. Дернула резко. Раз, два, три, четыре, вперед. Раз, два, три, четыре. Третий раз. Раз. Раз, два, три, четыре. Ручки, раз. Спиноката, перемен. Четыре. Встала где-то шишки под ногами, и ты не шевелишь ногой. Коленкой. Сыграла? Стопой сыграла? И нормально. И видишь, не мешают они, да? Можно ставить. То есть это ни в чем. Чтоб в зале как допускал, не надо там ногами.